Доброго времени суток всем зрителям канала «Современные родители». В этом видео я расскажу вам о 7 лучших кофемашинах стоимостью до 20-25 тысяч рублей. Свой топ я хочу начать с капсульной модели Nespresso C30 Essenza Mini, мощность которой составляет 1310 Вт, а объем равен 600 мл. Что же касается давления помпы, то оно достигает 19 бар. С помощью этой модели можно приготовить американо, лунго, ристретто и эспрессо. Мне также хочется отметить, что производитель предусмотрел здесь возможность выбора объема порции горячей воды и понятное электронное управление. Кроме того, не могу не упомянуть о поддержке функции автоматического отключения устройства при неиспользовании. На корпусе прибора, который выполнен из пластика, можно обнаружить индикацию включения, уровня воды и готовности к работе. Производитель также оснастил кофемашину съемным поддоном для сбора капель и противокапельной системой. В конце обязательно скажу, что длина сетевого шнура равна 1 метру, а вес данной модели составляет 2,3 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают компактный размер, простоту и удобство в использовании, тихую работу, симпатичный внешний вид и хвалят качество приготовленного напитка. При этом иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива, которые касаются самых разных аспектов устройства. Например, кто-то остался не слишком доволен отсутствием возможности регулировки температуры воды, кому-то объем резервуара для воды показался недостаточным, а некоторые владельцы жалуются на дорогие капсулы. Но стоит сказать, что таких отзывов абсолютное меньшинство. В описании к этому видео я оставила ссылки на все кофемашины, представленные в моем рейтинге. Там же вы найдете специальный скидочный промокод, который позволит вам сэкономить при покупке на Яндекс.Маркете. Успейте воспользоваться им. Далее в моем рейтинге идет рожковая модель De'Longhi EC685M Dedica, мощность которой составляет 1350 Вт, а объем равен 1 литру. Что же касается давления помпы, то оно достигает 15 бар. С помощью этой кофемашины можно приготовить американо, капучино, латте, латте-макиато, лунго, макиато, флэт-вайт и эспрессо. Мне также хочется отметить, что производитель реализовал здесь понятное механическое управление вместе с возможностью выбора объема порции горячей воды и температуры напитка. Примечательно, что можно программировать даже жесткость воды, а среди дополнительного функционала доступны функции автоматического отключения при неиспользовании и подогрева чашек. Также производитель предусмотрел возможность одновременного приготовления сразу двух чашек. В конце обязательно скажу, что корпус устройства выполнен из металла и пластика, а его вес составляет 4 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно выделяют компактный размер, низкий уровень шума при работе, удобство в использовании, функционал и хвалят качество приготовленного напитка. При этом периодически все-таки можно увидеть отзывы с негативной окраской, касающиеся самых разных аспектов кофемашины. Например, кто-то пишет, что кофе получается не очень вкусным, у кого-то прибор просто плохо работает, а некоторые владельцы жалуются на низкое качество сборки. Но нужно понимать, что подобных отзывов абсолютное меньшинство. Ставьте лайки, если вам понравилась эта модель, и не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующая кофемашина, о которой я хочу вам рассказать, носит название Solok Taste Slim Pro. С ее помощью можно приготовить капучино и эспрессо. Мощность этой автоматической модели составляет 1350 Вт, а объем равен 1 литру. Что же касается давления помпы, то оно достигает 20 бар. Мне также хочется отметить, что производитель предусмотрел здесь понятное механическое управление и реализовал возможность выбора объема порции горячей воды, жесткости воды и температуры кофе. Кроме того, устройство оснащено съемным поддоном для сбора капель, а среди дополнительного функционала реализована функция подогрева чашек. Более того, предусмотрена возможность одновременного приготовления сразу двух чашек, что бывает весьма удобно. В конце обязательно скажу, что корпус данной модели выполнен из металла, а ее вес составляет 3,9 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают простоту и удобство в использовании, симпатичный внешний вид, низкий уровень шума при работе и хвалит качество приготовленного напитка. При этом иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива, касающиеся самых разных аспектов устройства. Но стоит сказать, что таких отзывов попросту абсолютное меньшинство.
На очереди капсульная модель Nespresso C40 и ниша, мощность которой составляет 1260 Вт, а объем равен 700 мл. Что же касается давления помпы, то оно достигает 19 бар. С помощью этой кофемашины можно приготовить эспрессо и лунго. Мне также хочется отметить, что производитель реализовал здесь понятное кнопочное управление и режим энергосбережения. Кроме того, доступны функции быстрого разогрева и автоматического отключения устройства при неиспользовании. Также предусмотрена возможность выбора объема порции. А еще прибор оснащен съемным поддоном для сбора капель. Если говорить в целом, то это достаточно простая кофемашина, которая не отличается богатым функционалом, но включает в себя абсолютно все для того, чтобы приготовить действительно вкусный кофе. Об этом говорит и большое количество отзывов покупателей. В своих отзывах пользователи обычно выделяют простоту и удобство в использовании, симпатичный дизайн, компактный размер, небольшой вес, наличие экономного режима и хвалят качество приготовленного напитка. При этом периодически все-таки можно наткнуться на отзывы с негативной окраской, которые касаются самых разных аспектов устройства. Например, кого-то не устраивает высокая стоимость капсул, кого-то не устраивает объем резервуара для воды, а некоторые владельцы жалуются на весьма шумную работу кофемашины. Разумеется, что подобных отзывов абсолютное меньшинство. Финальную тройку моего рейтинга открывает капсульная модель DeLonghi Nespresso Pixie и N124, мощность которой составляет 1260 Вт, а объем равен 700 мл. Что же касается давления помпы, то оно достигает 19 бар. С помощью этой кофемашины можно приготовить лунго, ристретто и эспрессо. Мне также хочется отметить, что производитель предусмотрел здесь понятное механическое управление и функцию автоматического отключения при неиспользовании. Кроме того, реализована возможность выбора жесткости воды и объема порции горячей воды. Также доступен режим энергосбережения. Помимо всего прочего, производитель оснастил устройство съемным поддоном для сбора капель, а на корпусе прибора, который выполнен из пластика, можно обнаружить индикацию включения. В конце обязательно скажу, что вес данной модели составляет 2,59 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают компактный размер, комфортный уровень шума при работе, удобство в использовании, симпатичный внешний вид и хвалят качество приготовленного напитка. Конечно же, не обходится и без отзывов с нотками негатива, касающихся самых разных аспектов кофемашины. Например, кто-то остался не слишком доволен отсутствием индикации уровня воды, кого-то не устраивает высокая стоимость капсул, а некоторые владельцы жалуются на низкое качество сборки. Но стоит сказать, что таких отзывов действительно меньшинство. Предпоследняя кофемашина, о которой я хочу вам рассказать, называется Vitec VT8489. Ее мощность составляет 1250 Вт, а объем равен 1,5 литрам. Что же касается давления помпы, то оно достигает 15 бар. С помощью этой модели можно приготовить эспрессо, латте и капучино. Мне также хочется отметить, что производитель оснастил ее термоблоком, способствующим улучшению вкусовых качеств кофе, ускорению процесса приготовления и уменьшению затрат на электроэнергию. Кроме того, доступна возможность выбора объема напитка и подогрева чашек. Помимо всего прочего, производитель оснастил устройство съемным поддоном для капель, а на корпусе прибора, который выполнен из пластика и нержавеющей стали, можно обнаружить индикатор включения. Также доступна функция автоматического отключения кофемашины в случае перегрева. В конце обязательно скажу, что вес данной модели составляет 4,5 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно выделяют простоту и удобство в использовании, компактный размер, симпатичный дизайн, наличие съемного резервуара для воды, возможность подогрева чашек и хвалят качество приготовленного напитка. При этом некоторые владельцы жалуются, что прибор не подходит для больших чашек и не имеет дисплея и таймера. Разумеется, что отзывы с негативной окраской встречаются лишь периодически, как и в случае с остальными моделями в моем рейтинге. А завершает мой топ-7 лучших кофемашин стоимостью до 20-25 тысяч рублей капсульная модель Nespresso C61 Pixie Electric, мощность которой составляет 1260 Вт, а объем равен 700 мл. Что же касается давления помпы, то оно достигает 19 бар. С помощью этой кофемашины можно приготовить лунго и эспрессо. Мне также хочется отметить, что производитель реализовал здесь понятное кнопочное управление и поддержку
выдержку, функции автоматического отключения после приготовления и автоматического отключения при неиспользовании. Кроме того, предусмотрена возможность выбора объема порции напитка и возможность одновременного приготовления сразу двух чашек. Также производитель оснастил устройство съемным поддоном для сбора капель, а на корпусе, который выполнен из пластика, можно обнаружить индикацию уровня воды. В конце обязательно скажу, что вес данной модели составляет 3 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают удобство в использовании, компактный размер, стильный внешний вид, широкий выбор сортов кофе в капсулах, экономное потребление электроэнергии и хвалят качество приготовленного напитка. Но не все владельцы остались довольны небольшим объемом резервуара для воды, высокой стоимостью капсул и весьма шумной работой прибора. Напоминаю, что ссылки на все кофемашины, представленные в моем рейтинге, вы найдете в описании. Там же я оставила специальный скидочный промокод, которым обязательно стоит воспользоваться, если вы хотите сэкономить при покупке. А у меня на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если мое видео показалось вам интересным и полезным. И не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Счастливо!